Ну, вон твоя сверху. Зеленью? Без зелени. В смысле, дай мне кусочек. Бери. Что-то один что-то не хочет. О, какая. Нет, ладно. Без кусочка, очень горячо. Самокат. Доехала до летнего сада. Я зашла в буфет, взяла себе айс-латте на кокосовом с малиновым сиропом. Мой вердикт — очень неплохо. В принципе, по вкусу не сильно отличается от серфа. Вот, ставлю лайк. Не знаю. Буфет вообще такая классная сеть. Мне очень жалко, что ее нет в таких масштабах в Москве. Типа, вообще, как я знаю, она есть, но
ну, оно, буше, я не знаю, кафе. Вот, но таких масштабов, как в Питере, типа, это не сеть в Москве такая, вот. А у них и еда вкусная, и можно и с собой взять, всякие плюшки прикольные. Короче, мне очень нравится буше и вендель с малиной, это просто моя любовь. Сейчас взяла вот айслатте, пирамиджана, не знаю, как правильно. И вот вензель с малиной с собой. У меня просто тяжеленная сумка. Я не знаю, видно или нет, но у меня сейчас рука отвалится уже. Вот, я иду забирать чемодан из камеры хранения. Отнесу его в квартиру, студию, которую я сняла. Схожу там в туалет, покушаю быстро и пойду уже работать. Я пока зашла, 10 раз умерла. Студия прям малюська. Ой. Но, в принципе, я этого ожидала. По фотографиям она не выглядела слишком большой. Но по фотографиям она выглядела посимпатичнее. Но мне на самом деле пофиг. Как-то грязновато как будто. Не знаю. Как... Ну, типа, все не первой свежести как будто. Ну, именно, типа, ремонт там, я не знаю. Ну, на фотографиях посимпатичнее выглядела, но... Я говорю, мне было не так важно сама... Не, ну, конечно, важно было, но я искала супербюджетное, и чтобы было близко к вокзалу, потому что я сейчас вот пешком дошла с вокзала, и было... Фу, жарко. Близко до студии. Сейчас я быстро переоденусь, перекушу и уже иду на сеанс. Я вышла. Иду в студию, переодела маечку, собрала свои манатки. В итоге я, короче, не поела, потому что, ну, у меня мало времени, и я вообще что-то не хотела из-за жары. Честно говоря, желания нет. Оставила на вечер, вечером съем. Вот. Еду сейчас надо только попить, купить, потому что что-то как-то жарко. Идти от... этой студии, да, где я живу, до студии, где я работаю, 10 минут. Я вышла. Сейчас уже 8:30. Я очень хочу есть, потому что я ела последний раз. Сейчас я скажу, когда. В 11. Бегу есть. Пока я сейчас шла, я 2 раза пошла не туда. И причем прошла так. Достаточно не туда, потому что я заказывала доставку, вот, и я шла в телефоне и не смотрела, куда я иду, и прошла не туда. Я уже дома, у меня вот эта пирамиджана, которую я покупала в буше, я ее уже разогрела, и заказала в лавке яблочный сок и драники картофельные. Тоже сейчас огрею, буду все есть, и у меня еще булочка. У меня еще булочка. Вензель с малиной. Сейчас я объемся, мне будет очень вкусно, и буду смотреть еду. Oh, okay.
Найти еду было сложнее, чем я думала. Я как бы не особо голодная, просто потом не знаю, когда поем. Я хотела что-то купить, но тут нигде ничего не купишь, все закрыто еще. А то, что открыто, там кухня не работает, или это совсем что-то не очень. Я зашла в кофешоп, по-моему. Вот, из того, что у них есть готовое, типа, что-то, какие-то булки только сладкие. А кухня пока еще не работает. Я на кофе. Когда вышла из дома, я вышла, прошла немного, и потом понимаю, что у меня большое декольте, и это платье, если я наклонюсь или как-то подвигаюсь, может открыть мою грудь. Мне пришлось вернуться домой, надеть топик. Потом я вышла, уже ушла еще дальше, и потом поняла то, что я не взяла шопер для покупок на уделке, и сумочку мою через голову для телефона, потому что у меня тут нет карманов. Вот. Что очень... Но я уже не возвращалась, поэтому будет мне не очень удобно, некуда будет телефон, здесь придется в руках таскать. Купила платье одно. Сейчас хожу дальше, смотрю. Мне на уделке достаточно сложно что-то покупать разнообразное. То есть обычно я беру тут какие-то кофты верхние, рубашки, пальто, что-то типа такого. Потому что обычно на меня все очень большое, такая нормальная одежда, типа джинс и все такое. Поэтому то, что я сейчас купила платье, сарафанчик, это очень удивительно. Это сердоник, мне сказали. Очень красивый. Беру такие бутылочки, всякие сухоцветы, по 100 рублей. Дальше я взяла пластинку и две открытки, как декор домой. Ти-ри-ри-ри. За 80 рублей все вместе. На улице 30 градусов, мне уже становится очень жарко. Взяла ежевику, черешню. Сейчас еду домой и потом пойду кушать и работать. Так, показываю, что купила. Платье. Ну, я уже... Я думаю, его буду носить, но я уже начала сомневаться, но оно мне нравится. Я думаю, то, что оно будет классно сочетаться с рубашкой, с белой, с рукавами на осень. Сейчас я буду мерить колечком. Это сердолик. Кофточка, обычный лонг за 150 рублей. Платье 1500, колечко 200. Такие баночки по 100. Открытки по 15 и пластинка 50. Вот. Там случились накладки с принтером, но в студии я найти не могу чисто быстро, и я завтра уже не приезжаю, мне нужно собрать вещи, это все перевозить. Я не могу перевозить все это, потому что мы в чемоданке вместе с чемоданом.
рестораном, потому что у меня нет здесь друг. Поэтому сейчас я иду копирку печатать. Пойдем! Листы. Сейчас скину, чтобы вручную перевести, потому что вроде там есть виза трансферного ручного перевода для ручного перевода. Надеюсь. Вроде был, я посмотрела. Я уже ни в чем не верю. Короче, у меня настроение вообще. Я уже полетела. Вот, я решила свой не брать, потому что мне сказали, что там есть. Но я не знала, что он вот такой. Короче. Будьте в этой поддержке и дайте себе это. Вот такое у меня сегодня пожелание. Я уверена, что у вас получится. Если не сразу, то со временем обязательно. С каждым разом получается все будет все лучше. По-другому быть просто не может. Вот, вы лучшие, заслуживаете только всего принятия этого мира, всей поддержки этого мира, всей любви этого мира. Но самое главное... И самая огромная любовь, которую можно найти в этом мире, внутри вас, я уверена, вы просто состоите из нее, как и я. Увидимся в следующем видео. Целую, обнимаю. Вот вам мой липкий поцелуйчик. Я в шоке от того, насколько точное попадание это было. У меня сегодня был очень нехороший день, и ничего плохого, как бы сильно плохого не случилось, но я все очень близко принимаю к сердцу и переживаю какие-то вещи, которые идут не по плану, очень остро, и это все как будто копится, и потом я дохожу до какой-то точки, начинаются слезы, ненависть, опять это все возвращается к тому, что я начинаю как-то ненавидеть себя в первую очередь. Я с этим чувством очень долго борюсь, и я знаю то, что я проделала большую работу и вышла на новый уровень в отношениях с собой, но, к сожалению, эти отношения еще не настолько хорошие, и вот как раз-таки такие какие-то проблемные ситуации меня подкашивают. И я пришла, я услышала себя, я покушала, сходила вот в Теремок, в Буше, покушала, пришла домой, и... Я включила видео Оли Касс, и это видео, оно было про стресс, тревожность, и она все видео говорила про то, как она учится не бороться с этой тревожностью, а принять ее и поддержать себя. И это то, что сейчас... Я должна была как будто услышать. Я в шоке от того, что это видео она выпустила вот, ну, день назад, 10 часов назад. В то время, когда это нужно было мне. И вот сейчас я постараюсь почистить зубы, прибраться чуть-чуть оставшиеся, потому что завтра я уже выезжаю, чтобы с утра не тратить на это много времени, но я уже все собрала практически. Вот я лягу спать и буду себя поддерживать. Буду говорить себе всякие поддерживающие слова, настраиваться на завтрашний день, чтобы, что бы ни произошло, оно не доводило меня до такого состояния, которое не должно быть от каких-то пустяков. Потому что нервные клетки у нас одни, и надо нервы беречь. Как же это тяжело, господи. Обидно просто
Как это бесит, когда у тебя с утра одно настроение, и потом уже просто вот так, по щелчку пальцев, весь день становится ужасным. И мне это так бесит. Но я верю, что завтра мне будет хорошо. Пожалуйста. Спокойной ночи. Совсем пропала, забыла снимать видео. Я уже поработала, все хорошо. Иду ездить на кораблике, если получится. Если я его найду. Вот. Потом я пойду обратно в студию, возьму Регину, мы пойдем покушать, если получится. И потом я уже поеду домой, вернусь за вещами и на поезд. Так. Это будет таймлапс, да? А, ой, блин.